да. Итак, опыт и молодость в нашем театре, вот. Она сейчас получается, что актуальная тема. А это всегда, Леша, актуальная тема. Берут артистов, значит, понимаешь. Есть опыт, а уже что-то нету. Согласен. Да. А молодость, а что-то еще не хватает. Понимаешь? Вот эта система вводов, когда кто успел, кто опоздал, там какая-то существует своя биография. Этюд на тему ввода молодых или не молодых артистов. Да. Проблема ввода, да. Да. Опыта и молодости. Коньяк у него отравленный. Ага. Оп, я не знаю, не чистая. Нет, нет, Тарас Петрович. Да, опять вот. Да. Вот, все, потом с вами. Оп, не ждали, нет, Тарас Петрович. Точно так же шлепнула пьяненького дядю Касика, чтобы проверить. И проверила. Угу. Милый дядюшка упал и умер. Так, и только тогда я поверила. Вот самое мощное оружие на свете, и оно принадлежит мне. Так, дальше. И я стану самой великой, самой прекрасной, самой могущественной, самой прекрасной. Это я запомнила. Самой великой, самой прекрасной, самой могущественной. Так, ага, намёхарангикё. Это надо запомнить. Ой, простите. Намёхарангикё. Что, не ждали, господин рационалист? Коньяк у него отравленный. Нет, Тарас Петрович. Точно так же я шлепнула пьяненького дядю Касика. Милый дядюшка упал и умер. И вот тогда-то я поняла. Вот самое мощное оружие на свете. И оно теперь принадлежит только мне. И я стану теперь самой великой, самой прекрасной, самой могущественной нах... Чего? Нахмёх. Все. А сколько раз? Да ладно. 8? Зачем? А, хорошо, все. Намёхарангикё. Молодость. Новейшие технологии. Кстати, громко не хлопать, а то не расслышу. И сейчас мой приход.